Тамбовском государственном техническом университете прошла 6-я международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие региона. Архитектура, строительство, транспорт». В ее работе приняли участие представители Российской академии архитектуры и строительных наук, ученые вузов России и 15 иностранных государств. Главной темой конференции стало качество среды для эффективной жизнедеятельности человека. Ведущие ученые России и зарубежных стран рассмотрели инфраструктурные и градостроительные системы в контексте устойчивого развития региона, а также актуальные вопросы повышения качества городской среды. На протяжении многих столетий Россия развивалась территориально. Это было постоянно новое строительство. Появился термин «градостроительство». Сейчас страна сформировалась. Дополнительной численности населения мы быстро не ожидаем. Поэтому мы должны перейти к градоустройству. А это немножко другая история. Когда ты занимаешься градоустройством, в Тамбове надо сохранить то, что дорого жителям Тамбова. В Москве то, что дорого для москвичей. Это должна быть константа, которую мы не должны менять. Мы должны подчиняться тому, что хорошо было сделано Богом и предками. Научно-практическая конференция была посвящена 40-летию Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ. Именно Тихом в 1979 году стал родоначальником высшего строительного образования на Тамбовщине. Сегодня в большинстве строительных компаний, проектных организаций и дизайнерских студий региона успешно работают выпускники Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ. Они занимают самые различные позиции, от инженерного, инженерно-технического состава до руководителей крупнейших предприятий нашего региона. Институт развивается, позитивно, увеличивается количество мест, соответственно, по контрольным цифрам приема открываются новые направления и профили по подготовке, и те проекты, которые выполняет институт, они ложатся в ту структуру развития Тамбова, города Тамбова и Тамбовской области. И, пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить всех сотрудников, студентов и выпускников Института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета с этой замечательной, прекрасной датой. В университете состоялось также официальное мероприятие, посвященное 40-летию Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ. Поздравления со знаменательной датой прозвучали от представителей городской и областной власти, строительной отрасли региона и выпускников. Сотрудники института получили от руководства и партнеров ТГТУ почетные грамоты и другие награды. А студенты университета порадовали участников торжественного мероприятия творческими номерами.